Искать новые формы в искусстве можно, используя старые и проверенные временем методами. Проще всего это сделать с помощью самого известного музыкального инструмента нашей страны – балалайки. Тем более, что во всем мире на днях отмечали ее день рождения. Этот народный инструмент, придуманный еще в 17 веке, за свою историю претерпел немало изменений. Одна из самых последних модификаций – электробалалайка. В совершенстве владеет игрой как на классическом, так и на современном инструменте музыкант с почти 25-летним стажем Виталий Смотров. В своих композициях он старается подружить известные народные композиции с популярной поп- и рок-музыкой. Услышать результаты такого эксперимента смогли слушатели утреннего эфира радио «Шансон Иркутск», и результаты превзошли все ожидания. Знакомые мелодии подпевали даже ведущие. Это же музыкальный инструмент, на нем можно и что угодно играть. Пожалуйста. Все что угодно играется, любые каверы, и у меня в программе есть музыкальные номера именно современных исполнителей. То есть прям вот техно в клубах выступаю прям с балалайкой.